В настоящее время профессия сварщика является одной из самых востребованных в строительной сфере. В условиях нехватки рабочего персонала эти специалисты на особом счету. Сегодня их подготовка осуществляется на базе аграрного колледжа. Профессия сварщика интересная и увлекательная, и требует достаточно много специальных знаний и определенных способностей. Поэтому занятия в агроколледже проводятся в разных аудиториях. Сначала теория, потом начальные практические навыки и сварочный цех. К практике учащиеся первого курса могут приступить не ранее, чем через полгода теоретических занятий. Данияр Садыков обучается на втором курсе. Стать сварщиком решил еще в школе. Я выбрал эту профессию, потому что она мне нравится. Заниматься вот сваркой, и также люблю ковать, ну и вообще вот нравится мне вот эта тематика металлургии в этом плане. В мастерской несколько учебных кабин стационарных сварочных постов. Слово «учебных» здесь условно. Они ничем не отличаются от заводских сварочных постов для ручной сварки, поэтому все обучение проходит по высшему разряду. Целью учебной практики является формирование у обучающих практически профессионал умений приобретения первоначального практического опыта по основному виду профессиональной деятельности, сварка, резка деталей различных сталей, цветных металлов, сплавов, чугунов. Также во время обучения ребята изготавливают различные художественные поделки. Правда, они не входят в программу производственного обучения. Их ребята делают, что называется, для души, получая от процесса большое удовольствие. Сегодня в Аграрном музее существует уже целая коллекция таких поделок. Сегодня рабочие специальности имеют большую востребованность, ведь люди, владеющие каким-нибудь ремеслом, всегда найдут чем заняться и смогут заработать на хлеб в любых ситуациях. Айгуль Габдрафикова, Ильмир Башаров, БРТ.